все фотографии имеют свою историю, потому что ну так просто кнопку не нажмешь, если оно тебе в сердце не отозвалось, фотография. Ее снимать нет толку. Поэтому в каждой фотографии есть ну, своя такая история, которую порой даже рассказывать не так уже легко. Это последняя его фотография с двумя глазами. Ему пулей 12-м так калибром выбило глаз. Так подождите. И украинские врачи не брались ему делать операцию. Он в Польше ему сделали так операцию. Говорите об этом. Вытащили пулю. Ты об этом скажешь, что в Польше, покажешь даже. Можно на выставку не туда не вместе, так вот так покажешь. Добрали по 30 работ от наших фотохудожников из Майдана. Ну, тяжело отбирать, но пришлось. Выставочная площадь не поместит все. Мы такую выставку расширенную сделаем потом в университете Гданьском. Во-первых, здесь я оказался благодаря Геннадию Ершову. Польша – это страна, которая ну, первая протянула руку помощи Украине. И поверьте, к польским людям, полякам в Украине относятся очень тепло и очень по-доброму. Смеркалось. И вот так вот мы делаем. Тихо, сейчас я. Только здесь вот это ровненько. Единственный, который надо. Раз мы делаем. Да. Второй раз. Второго раза не будет. Ну и многие, конечно, удивлялись. Многие говорили, зачем ты туда едешь. То есть удивление. Так, я принес союзно так и стараюсь. Принесем и поставим. То выше и клеить, до больше, до низа. Уже темно. Уже стемнело, мы до сих пор развешиваем, чтобы завтра все было красиво и все было сделано. Когда будет закрыта вот эта зона, остальные, мы даже если мы вертикали, горизонтали или диагонали будем выбирать, они будут все равно, эта задняя зона будет создавать масштаб. Собираемся, выходим. Один ящик, а там все сумасшедшие.